Сегодня 8-е, поиграем в симулятор таверны. Что-то наподобие у меня уже есть на канале, я записывал, но в чем отличие между этим симулятором и тем, что у меня был? Здесь вы можете играть онлайн с друзьями. Во-вторых, здесь у нас с вами полностью открытый мир. Здесь мы можем путешествовать, исследовать полностью карту, и плюс здесь есть охота, рыбалка. Если не ошибаюсь, тут даже можно на медведей будет охотиться. И плюс будем развивать с вами свой бизнес. Так что всем приятного просмотра. Надеюсь, игра будет интересная. И я попробую пройти ее полностью. Если, в принципе, здесь есть как таковой финал. Так что все, начали. Давай подойдем. Приветствую, путник. Так, на Ешку говори, да? Позволю себе предположить, что ты новый владелец таверны, перед которым мы стоим. Ого, ты ясновидящий? Да, ушли все мои сбережения и наследство, чтобы приобрести эту таверну. Исполнилась моя мечта. Так, иные мечтают стать рыцарями, сияющих доспеха, спать с королевскими особами, участвовать в поединках. А ты мечтаешь продавать постную кашу? Но почему же постной? Я в кулинарии толк знаю. Предназначение мое делать из грустных и голодных граждан веселых. Что ж, дело благородное. Народ в этих местах и выпить, и закусить любит. И веселье толк знает. А ты, собственно, кто? Как величать? Я простой торговец. Уже было... Трогаться хотел. Местечко... Побочнее найти, но, пожалуй, задержусь. Вижу, есть тебе потенциал. Где потенциал, там и торговля. В общем, если что-то понадобится, заходи ко мне. Купить что, продать, да и новостями поделиться. Какой замечательный край, и люди добрые. Как он замечательный. Но места неспокойны, особенно по ночам. Чудища по лесам да болотам ходят. Спать мешает. Ну ты не бойся, у меня оружие найдется. А вот тут немножко поподробнее. Да не бери голову, все это больше страшилки деревенские. Ну, топор купить стоит. Им ты таверну в порядок приведешь. И супостата на тот свет отправишь. Ты умеешь убеждать. Сейчас, ребятки, секундочку. Давайте нажмем на таб, посмотрим, что у нас тут рецепты. Ячмень, ведро с водой. Ячменная каша, квесты. Купить топор. Ну, давайте выполним. Давайте купим топор. Ага, это у нас расходники. Есть. Все, пошли открывать нашу таверну. Так, отлично. Вот это вот хорошо. Это когда ты зажал, и оно рубит его. А не нужно постоянно тыркать. Так что, разработчики, вам плюс за это сразу же. Так, заходим. Вообще ничего не вижу. Зажечь. Во. Ну что, шикарно. Прикольненько. Возможно, у нас тут будут официанты, которые будут ходить и забирать заказ. Правильно я понимаю? Так что нужно? Если у нас тут с вами, да, квест. Угу. Купи метлу. Одну штучку. Сейчас, давай, наверное, расчистим это все. Солома. Ну, солому, наверное, мы с помощью метлы сможем с вами убрать. Так что давай разберем. Так, четвертый уровень, да? Окей, окей, окей. Хорошо. Идемте за метлой. Сколько у нас? 3000, да, с вами есть? Так, расходники, метла. Есть. Шикарно. Пошлите убирать. Блин, надеюсь, здесь будут у нас помощники, которые будут убирать это все. И нам не придется, как в прошлой игре, самим за этим всем следить. Так, солому, наверное, с помощью какого-то мусорного ведра, наверное, смогу выбросить. Так, отлично. Очищаем грязь. Есть, есть, есть. Так, ну это четвертый уровень. Так, а наш персонаж может просто ходить? Да, то есть мне shift нужно зажимать, чтобы он просто ходил. Хорошо.
Что у нас дальше? Квесты. Купите метлу, уберите две лужи, уберите две паутины. А кто-то видит паутинку? Вижу. Есть, хорошо. И вторая паутинка. Наверное, в этой серии мы с вами займемся таверной. А в следующих, может, уже походим, поисследуем нашу местность. Посмотрим, как она будет. Так, где у нас тут еще паутинка есть? Как думаете? Вроде больше... Ага, есть, вижу. Есть, хорошо. Что там дальше? Купите бродильню, купите варильню, купите мойку. Купите поставку под бочку для напитков. А, ага. Вот, значит, что оно, да? Сейчас давайте уже полностью поубираем. С помощью тебя мы можем. Угу. Где еще у нас тут вот соломка? Только нужно будет определиться, куда мы с вами поставим бочку. Куда мы поставим с вами бродильню и коптильню. Так, отлично, отлично. Все, больше ничего нету тут. Это чистенько, 80% у нас чисто. А что не так? Ага. Во. 90. Значит, что-то еще мы с вами упускаем. Так, рюкзак, рюкзак. А, на 4 человека. То есть я понял, здесь можно играть четвером в эту игру. Блин, а я не вижу больше мусора. Кто-то видит? Может, паутина где-то висит? Кто мне подскажет? Вроде нету. Хотя я могу и не заметить. Ладно. Идемте на уличку. Идемте на уличку и посмотрим. Так, расходники. Молоточек. Используется для ремонта сломанного устройства. Нужно по-любому мебель. Так, раз, два, три, четыре и пять. Все, хорошо. Давай. Давай на 4, да? Так, и как мне тебя ставить? Угу, вот сюда. Есть. Дальше у нас на... Ага. Шестерочка, семерочка, восьмерочка. Блин, а вот это я даже не знаю, а можно ли на улице это все делать? Либо мне... Не, на улице нельзя мне это делать. К сожалению, можно только здесь. Но смотри, здесь у нас, наверное, будет с вами зал. Правильно, я так понимаю, здесь будет у нас таверна. А тут я предлагаю просто ставить вот так. Вот так, я даже не знаю, кто ты. Ага, налить воды, посудомойка, хорошо. Ты кто? Плитка, шикарно. То есть кухня, да, у нас здесь будет? Готовить горшочек, состояние, каша. Угу, ячменная каша, 5 штучек. Ведро с водой, назад, хорошо. Бродильня. Бродильню давайте, наверное, сюда куда-то поставим. Есть, а ты кто у нас? Варильня. Ну, варильню... Можем возле бочки как-то поставить? Нет, не можем, да? Ага, а как тебя перевернуть? Вот. Крутить можно. Блин, не хочет вставать. Давай ее попробуем сюда пока мест поставить. Или вот так. Во. Готовить ячменное сусло. Хорошо. Пусть пока мне здесь стоит. Идемте наберем водички. Я где-то здесь видел колодец. Вот он. Так, хорошо.
Кость, ты, ведро, одна штука. А, то есть больше одной штуки мы набрать с вами не можем, правильно я понимаю? Хорошо, давай сюда. Наполнить. Ну? Что не... Что не так? Ну вот же, одна штука есть. Готовить ячменная каша, ведро с водой. Ага, наверное, пока мне еще рано, да? Квесты. Купить кружку, купить ведро, купить ячмень, купить бочку. Ладно, идемте купим. Идемте купим. Да-да-да. Так, купить ячмень. Хорошо, мебель. Продать. Расходники. Бочка, кружка, ведро. Тарелка. Не помню, нужна ли нам тарелка. Давай тарелку тоже купим. И пошли устанавливать. Угу. Теперь в ведро, да, мы с вами набираем воды, насколько я понял. Да, вот, 10 из 10. Отлично. Мыть посуду. Но у нас еще пока мест нету чего мыть, так что давай наберем, давай заполним полностью все. Так, а кружка, 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 что нам нужно? Нам нужно бочку. Бочку куда? Ты кто? Пока непонятно. Так, ячменная каша. 5 штучек, 5 штучек. Приготовить ячмень 0,5. Ну, почему? Ага. Вот оно что, перемещать нужно, понял. Так, приготовить. Каша варится. Прикольно. Так, а тебе что нужно? Бочка Эля. Бочка Эля сюда, да? Угу. Ведро с водой. Ячменное сусло. Так, можно наполнить напитком. Хорошо. Так, каша готова. Взять ячменную кашу. Так, требует стрелка. А, понял. Так, сколько мне нужно? Мне нужно еще 4 тарелочки. Ладно. Но если мне кто-то сказал бы, вам сразу бы и купили. Идемте. Так, тарелки, тарелки, тарелки. Раз, два, три, четыре, да? И, наверное, кружек нужно будет 4 еще взять. Раз, два, три, четыре. Можно наполнять напитками. Окей, погоди, у тебя есть сусло? Расходники, продукты. Мед, хмель, домашняя курица. Ля! Даже свинки есть. Прикольно. Так. Идемте, мы заполним сейчас водичкой. О, надеюсь, это у нас огород здесь будет. Идемте, заполним водичкой это все. Есть. И расставим тарелочки. Так, ты кто? Ячменное сусло. Ячмень. Ага, бочка нужна? Не нужна. Ладно, сейчас подойдем. Сейчас подожди, подожди, подожди. Я пока здесь соображу, что мне нужно. Вот, 4, 5, 6, 7. Давайте пока здесь пусть 4 будет. Купим ячменя. Ячмень. Раз, два. Вот так вот. Поставим сусло делаться. Угу. Ячмень, ячмень. Водичка. Приготовить. Все, пошло, да? Готовится. Так, что еще нужно? Квесты. Купить кружку. Сделать ячменное сусло. Есть. Бочку я купил, правильно же? Кружку я купил. Нужно будет сейчас наполнить. Установить предмет. Это, наверное, сюда, да, у нас
кружки будут становиться. Мыть посудку. Так, посудки у нас с вами пока еще нету. Слушай, оно не бомбанет, не? Случайно. Так, о, у нас уже утро на уличке. Но я так понимаю, это мы с вами потом будем либо разбирать, либо покупать, да? Так, я же могу здесь это чинить, насколько я понял. Хорошо. Так, готовить. Вот так вот, ведро с водой. L есть, приготовить. Все, и, наверное, мы сейчас с вами в кружке будем... Не, вот эту вот бочку. Все, я понял, сейчас в эту бочку мы будем набирать, наверное. А потом разливать. Да, да, ребят, я все правильно понял. Ну что могу сказать, шикарно. Так, хорошо. Налили, налили, налили. Хорошо. И нужно будет сюда еще налить. Так. Бульк. Прикольно, прикольно. Мне нравится. Купи, купи стол. А ты купи слона, да? Так, давайте купим стол с вами. Надо, доброе утро. Расходники, мебель купи. Стол взяли, пошли. На девяточку. Так, давай, наверное, у нас столик будет стоять первый вот тут, да? Так, стоять. Красиво же будет, я думаю, да, пройти можем, да, поубираться. Но я думаю, тоже сможем поубираться, хорошо. Квесты. Добавь в меню L, добавь в меню ячменную кашу. Так, есть, есть. Вареное, жареное, все, хорошо, есть, добавили. Открыть таверну, все, пойдемте. Пойдемте открывать. Открыто. Та ты шоля, ребят. Дождитесь посетителей и подайте три блюда. Хорошо. Вон, я вижу, на горизонте уже кто-то к нам идет. К нашей с вами таверне. Так, давай, братиш, заходи. Мы здесь сделаем вид, что мы не видели, что он идет. И будем ждать его. Блин, ну за этот вот звоночек просто... Это 10 из 10. Сразу лайкосик. Так, давайте ждать. Во. А это, наверное, не от тех же самых разработчиков, что было до этого. Что-то как-то похоже они. Так, подать блюдо. Ячменная каша. Подать блюдо. А, мне нужно его поднести. Ага, все гораздо проще, да? Все, забрали. Нямай, зайчик. А мы давай помоем посудку пока. О, шикарно. Все. Что вам? Чего желаете? Две каши, одно пиво, да? Так, раз, два, раз. Держи, держи. Ну тут гораздо проще с заказами. Ой, говорит, как вкусно, спасибо. Так, мыть посудку. Нету, да, ничего. Ничего грязного нет. А я могу это все убрать куда-то? Так, упорядочить. Переместить, разделить. Хорошо. Так, забрать, забрать. Забрать. Так, что ты еще хочешь? Пиво, да, наверное? Кружечку Эля. Хорошо, держи. Так, мужчина. Я вас слушаю. Кружечку Эля, хорошо.
Так, дай сюда. Держим. Давайте мыть, наверное, посудку. Все, моем. Отлично. Да, здесь как-то быстрее все это идет, и это мне нравится. Это... Больше мне нравится мыть посуду, наполнить. Все, отлично. Давай посмотрим. Квесты закройте таверну. Дождитесь посетителей и подайте 3 блюда. Есть. Давайте закроем таверну. Так, закрыть. Дамы и господа, прошу покинуть мое заведение. Хорошо, тебе что? Ячменную кашу. Ладно, зайчик, на. Держим. Нямой. Так. Диндон. Слышь, Диндон, а ты не хочешь уйти отсюда, не? У тебя нет такого желания. Все, шикарно. Нужно будет еще, знаете что? Еще наварить каши. Ага, состояние нужно... А как мне чинить состояние? Вы видели? Горшочка... 97 места. Ладно, возможно, мне как-то подскажут потом, как это все делать. Так что пока, мисс, давайте с вами сейчас заполним водичкой. Так, воду, ячмень. Готовить. Мне нужно будет купить что? А, нет, по-моему, ячмень у нас с вами есть, да? Да, 10 штучек есть ячменя. Ведро с водичкой 5 штук. Готовить все. Пусть варится. Парниш, ты не хочешь уйти отсюда, не? Прогони пьяного посетителя. Каким образом? А, вот так вот. Все, пошел отсюда. Подай 10 блюд. Погоди, у нас пока нету чего подавать. Так, 6 штучек, да, ты говоришь? Раз, два, три. Давай 3 наберем. Раз, два, 3. Бумс. Есть, отлично. 3 осталось. Раз, два, 3. Выставить блюдо. Ага, и у меня даже еще одно осталось блюдо. Каша. Ну. 3 будет тарелка. А это что у меня на пятерке? Не тарелка? Или у меня всего... Или у меня всего 4 тарелки? Так, что ты хочешь? Вода, ячменное сусло есть. Сейчас мы водички наберем. Только я не понял по поводу тарелки. Вроде бы должна быть... непонятным. Вот у нас тарелочка, вот она, видите, на единичку. А, понял, она грязненькая была просто. Все, понял, все, не кричи на меня, игра. Я понял, что игрушка эта тарелка была грязная. Отлично, пиво тоже есть. Давайте подадим еще 9 блюд с вами. Только нужно будет сейчас закупить еще ячмень. Соточку, да, наверное. Больше, я думаю, нам пока мяс не надо. Расходники, факел. Так, дает свет и поджигает предметы. Нам такого пока не нужно. Мебель. Так... Музыкальный автомат, полка для тарелок, полка для кружек. Надо, надо. Вот это вот мне точно надо, ребят. Полка для тарелок и для кружек. Так, иди ты сюда. Давай, наверное, мы тебя вот тут повесим, смотри. Вот так вот, да? Все правильно? А здесь у нас будет с вами... тарелочки, наверное.
Так вот. Во. А мне помните, почем чашечки у нас? Или у меня они грязные просто? Сейчас, погоди. Нужно посмотреть. Мыть посуду. Не, нет, не могу. Раз, два, три, четыре. Заполнить. Ага, вот оно что, Михалыч. Все, две чашки есть, да? Заполнить. Все, есть две. Отлично. Так, ты чего хочешь? Кашку хочешь, да? Давай сейчас подождем твоего друга. Мало ли, может, тоже кашу захочет. Нет. Так, супик, эль, давай. Единственное, что мне пока мне не нравится, это то, что он бегает. Я хочу, чтобы он просто ходил. Возможно, нужно будет поставить на shift. Ну, вот так, с такой скоростью, чтобы он ходил и не бегал. Ты давай, не зевай, давай, нямай. Потому что постоянно зажимать shift, чтобы он передвигался, тоже как-то не хочется. Новый уровень, это верно. Круглый стол, сундук. Это у меня где-то... Это где-то у меня лежит. О, нет, не лежит. Или ты продаешь? Да, доброе утро. Так, расходники, мебель, музыкальный автомат 650. Нет, пока мне не надо. Продать. Почем кружка? 25. Сколько там надо было еще? Так, раз, два, три. Раз, два, три. Всем побежали. 100 монеток. Устанавливаем вот сюда. И устанавливаем вот сюда. Всем шикарно. Давайте у нас пока здесь будет один столик в этой серии. В следующей мы уже посмотрим с вами. Пиво, две каши. Хорошо. Раз, раз, два. Нужно будет, наверное, еще варить, да, кашку? Так, что у нас тут? Давай вымоем посудку. Заполним водичкой. Кашку. Есть пиво. Пиво у нас тут набирается. Шикарно. Меня набрать больше не можем. Так, ячменная каша. А что это? Во. Нужна вода. Нужна вода. И нужно будет посмотреть, может, еще ячменя купить. Дай сюда ячменная каша. 5, 5. Горшочек вари, правильно? Правильно. Так, я вас слушаю. Кашу. Кашу, кашу. Два пива. Раз, два, раз. Маша ела кашу, каша ела Машу. Так, давайте мыть. Давайте мыть. Хорошо, отлично. Набираем. Раз, два. Не можем, да? Бумс. А мы не можем, потому что... Так вот. Все, шикарно. Так, взять бочку или требуется бочка. Хорошо. То есть каждый раз придется тебя снимать, да? Ну, в принципе, я не против. Так. Давай посмотрим. Поставить. А что не так? Тарелочек больше нету. Я такое чувство, что они их едят, эти тарелочки. Так, две. Отлично. Дай мне сюда, дай мне сюда. Так, ты что хочешь, две кашки? Не проблема, мне вообще не проблема. Держи, держи. Сейчас мы посудку вымоем с вами. Заполним и вот так вот.
Есть и два пива, да? Ага. Придется только одно ставить. Ладно. Так, чего у тебя, пиво? Да, отлично. На, держи. Так, рутинные дела в таверне. Ага, нужно сначала вымыть. А потом мы уже будем с вами насыпать. Так, ячменная каша, хорошо. А у меня места тут больше нет, ладно. Так, не, погоди. Заполнить. Во. Как раз будет тут. Что нам нужно? Рутинные дела в таверне. Так, продолжайте развивать вашу таверну. Готовьте еду и обслуживайте посетителей. Хорошо. Только давайте, наверное, мы ее закроем. Будем каждую серию с вами закрывать таверну и подводить итоги. Если, конечно, я не забуду об этом. Так, соломку давай берем. Да, я вас слушаю. Чего желаете? Кашу, да? Да, отлично. На, держи. Нямой. Нямой на здоровье. Давайте мы посуду будем с вами. Пойдем расставим. Заполнить. Хорошо. Нужно будет сейчас набрать водички. Подождать, пока миссия уйдет. И будем подводить итоги первой серии. Так, все. Ты понял? Да. Хорошо. Ну, что могу сказать? Не знаю. Но игра меня заинтересовала. Вроде интересные. Вымоем. Вроде реально интересные. Я думаю, мы с вами в нее поиграем. Так, единственное, не понять, почему здесь музыка то играет, то не играет. Во, видите? Вот это меня интересует. Говорится, что не так игра. Так, ячмень 5 штучек. Хорошо. Надо будет еще, наверное, ячменя... На кашу 5, да, вроде надо. Так, ячмень 10, вот так вот. Погоди, а ты кто? Хмель используется для приготовления блюд. Ну, я думаю, нам еще рановато до этого всего. Так что хмель пока мы закупать не будем. Давай сюда. Ячмень 10 и готовься. А тебе нужно вроде 5. Да, и ведро с водичкой. Только 5 штук нужно. Сейчас все будет, сейчас все сделаем. Я жру, я сейчас посмотрю, может получится поставить shift побегу, типа, потому что он чересчур быстро бегает у нас. А мне хотелось бы ходить по заведению вот в таком вот темпе. Так что, как-то так, я не знаю, конец первой серии, в следующей продолжим развивать. Как раз ходим, возможно... Осмотрим нашу территорию. Я так понимаю, мы здесь спать не будем. Мы здесь с вами спать не будем. Будем исследовать нашу территорию. И дальше развиваться. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, игрулька вам зашла. Ставьте лайкосики. Подписывайтесь на канал. И услышимся в следующей серии. А я дальше пошел готовить нашу еду. Все. Всем пока-пока.